Привет, дружище, давно не виделись. Ты приколись? Сейчас новогодние праздники, и мне моей зарплаты дворника ну вообще никак не хватает. Считай, за один двор мне платят 10 тысяч, я веду 5 дворов. Ну, в общем, это перемножить, но это сложно, короче, для меня. Короче, денег вообще не хватает. Я решил заморочиться подработкой. Пошел в свой родной ПТУ электротехника. И сказал, говорит, дайте мне работу. Ну не вопрос, говорит, дружище, мне сказали, хочешь у нас работать под работу вот охранником. Для этого тебе всего лишь нужно на тест. Эмулятор мне дали. Сказали, вот пройдешь этот эмулятор, все, устраивайся к нам на работу, там выберешь там что-то такое. В общем, вот он, мы установили его, эмулятор здесь, ну понятно, это заставка нашего родного ПТУ. Вот медвежат мы таких производим, я их сразу же узнал, кукол. Ну что-то такое с роботами связано. И тут мне нужно выбрать Custom Night. Custom — это что-то выбор ночи. Выбор, бор, бор, выбор, бор, night. Бор, борн. Идентификация какая-то борна, короче, я не знаю. Фильм, наверное, такой пиар весь. Давай посмотрим, что это у нас тут такое. Ну тут все на английском. Английский мы знаем плохо. Фредди, Фредди, Dolls, Gore Night, Virdos. Так, ну, мы выбираем что-нибудь такое, ну, не знаю, полегче. Где поменьше картинок? Ой, не люблю я эти картинки. Давай вот это, Фредди и Ко. Фредди и Ко, знакомая компания. Изи Пизи, Норман Харт, Вэри Харт. Давай все-таки возьмем Изи, это как-то более мне привычно. Что тут у нас есть? У нас есть Фредди... Ямадо, Фокси и еще какая-то хрень, я не знаю, что это, розовая хрень. Так, Фредди, он может прятаться, ждите с востока и запада и посылайте что-то там. Ну, непонятно, с разных сторон. Надо закрыть, короче, дор, если что. Так, Ямадо, Ямадо, что это, какой-то эмулятор? Я не знаю, кукол, эмулятор Санта-Клауса, мы будем раздавать куклы по любасу. Так, что тут у нас непонятное, по-английски не особо понимаю. Фантайм Фокси, ага, он будет постоянно появляться, меняйте комнату, чтобы найти вас, проверяйте его, чтобы уменьшить его прогресс. Ну давайте, Боннет. О, давайте лучше начнем. Я не знаю, что это такое будет, но надеюсь, мы выживем. Запускается эта хрень. Ага. Ну. Так, ага. Давайте смотреть, что это у нас. Привет. Привет. Привет, дружище. А, привет. Как дела? Кто-то со мной хочет поиграть. Привет. Ага, Фредди ушел. Пофигу, закроемся. Ага. Кто-то, я не знаю, что это вообще происходит? Что это за работа? О, привет! Что за работа? Привет. Что-то мне это... Что-то мне это вообще не нравится. Привет. Привет. Что за нафиг? Братиш. Тише путь. Так, ты здесь. Господи, кто-то уже... Да я вижу тебя. Успокойся.
Так, ты здесь, ладно. Умри. Я тебя вижу. Мне вообще это не нравится, если честно. Ага, ты уже здесь где-то, слева, походу. Ага, ты справа. Откроем слева. Кто там? Это ты? Отвали. Я тебя вижу. Ага, он с другой стороны. Привет. Блин, сколько мне вообще здесь надо прожить? Все, отвали от меня. Я тебя вижу. Да господи, ё-моё. Ну нафиг. Ага. Я знаю, ты слева. Да! Хрень какая, а. Ох. Ну нафиг. Не. Так. Барнел. Feel approach from the best east hall. Ага, она появляется у нас слева и справа. Слушайте ее музыку. Ну понятно, это какая-то кукла. Блин, такое мы в ПТУ, что ли, производим? Вообще, нафига? Нафига мы это производим? Они еще мешать не будут, дышать, походу. Давайте посмотрим. Так, главное нам хотя бы что-то одно пройти. Я думаю, меня примут на работу, даже если мы что-то одно пройдем. На. С какой стороны? С двух сторон сыграемся. С какой идет? Ага, ушла. Ха-ха-ха, ушла. Опять идет. Слева или справа? Где же, вообще нереально. Где она? О, ушла, ништяк. Ну его нафиг, тебе лучше закрывать. Ну-ка, отстань от меня. Ну, гадина. Чё за хер? Нервность. Нервный тик уже. Ага, опять идет. Чувствую, не возьмут меня на работу, придется дальше дворником работать. Да, отстань. Уже две штуки. Чтоб вас электричеством прорвало. Ну-ка. Где-то здесь она. Блин, непонятно, слева или справа. Ага. Ушла. Фу. Опять идет. Да. Это Бинланделла. Или как он? Еще две эти гадины прилепились. Так. Что-нибудь надо с ними делать. Что с ними можно сделать? Так. По-моему, проверяем. Чисто ради теста. По-моему, слева. Давай, давай, уходи отсюда. Непонятная фигня. Слушай, мне уже страшно, если такая работа, сколько мне платят? Я слышу тебя, ты где-то здесь. Ага, ты ушла.
Ну все, уже более-менее ориентируемся. Слева или справа? Слева или справа? Ага. Он слева сейчас. Да? Да? Да, отвалите. Слушай, сколько за такие куклы? Кто вообще платит за такие куклы? Это... Кому вообще они нужны такие? Зачем мы их производим? Ага. Где-то... Где-то слева, наверное, да? Не-не-не, закрой. По-моему, слева. Интересно, шоком можно ее так ударить, не? Давай-давай, уходи отсюда. Я хочу эту работу! Ага. Вот-вот-вот-вот-вот. Да блин! Все, идет. Она, по-моему, с двух сторон сразу же пришла. Приколись. А может их две? Я вообще доживу, нет? А-а-а-а! Все, отпустите меня. Непонятненько. Слева или справа? Че, слышите, нет? Что происходит? Я хочу работать охранником. Это моя мечта детства. Только не в кукольной этой фигне. Мне 17% осталось. Ну все, давай, 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 заканчивайся. Не-не-не. Нафиг. 12%! Фу. Да блин. Я вот только-только закрою, она все уже. То тут, то там. 6, 5, 4, 3, 2. Да. И чё? Все, я не хочу. Фу. Да блин. Как же тяжело нам получить это. Так, у нас тут кто будет? Фантайм Фрези. Чё тут у нас? Лоубит. Так. Лол. Нам нужно постоянно будет писать лол. И дать ему это нравится. Я не знаю. Так, надо проверять этого. Ну, понятно. Он может появляться рандомно в нашем офисе. Откройте ваш монитор, чтобы он исчез. Фредди. Нужно закрывать двери. Да блин, что-то... Сколько за эту работу должны платить, чтобы такое... Такое должно быть? Так, тебя мы видим. Ты слева. Справа, то есть. Ну давай. Теперь ты слева. Открываем. Ну давай. Атакуй. Жги. Давай. Ага, я тебя слышал.
Занято, занято, зайдите позже. Ну иди ты уже оттуда, все, успокойся. Ты жрешь мое электричество. Закроем на всякий случай. О, привет, чувак. Привет, привет. Я тебя видел. Так, ждем, чего-то ждем. А я смотрю, что ты съел. Нету никого дома, успокойся. И тебя я вижу прекрасно, дружище. Сколько здесь вообще надо прожить? Вообще нереально. Ой, хоть бы одну пройти тест. Привет. Пошел нафиг. Я тебя вижу. Ага, кто-то еще, по-моему, ко мне идет. Нет? Занято. У меня так электричество все кончится. Я знаю, что ты здесь. Привет, Фокси. Блин. Вентилятор так как крутится. Самая тема это вентилятор. Сейчас бы он бы помогал бы по чуть-чуть. Так. Шоком тебя, шоком, шоком. Давай спайк моего. Опять перебежал. Я хочу миллион за это, за эту работу, реально. А за что мне тысячу? Я же ничего. Откроем на всякий. Ты видел? А с этой стороны кто-то был? Что за фигня происходит? Ага, Фокси, я тебя вижу. У меня осталось 17 энергии. Мы, походу, не пройдем это. 16. Привет. Ждем атаку. Мишки. 14. Привет, Фокси. Слева, слева. Справа. О, сейчас этот... Фиг-то там. Лол. Блин, 8. Отвали. Четыре. Три. Два. Как энергию попытать? Один. На вся. Хрен тут. Ну вот и все. Гамма, пижама. А вообще что-нибудь здесь пройдем? Что тут у нас? Вот эта хрень, которая неожиданно появляется в Бэби. Это появляется из вентиляции, я так понимаю. Нужно вентиляционную дверь закрывать.
С востока или запада? Drain your power. Высасывает нашу мощность будет. С востока или запада будет заходить к нам. Что-то у нас высасывает. Ну давайте попробуем хотя бы это. Что-нибудь вообще можно уменьшать вообще? Атака кукол. Ну хоть лол тебе не надо писать. Отличный. Кто он называется? Шок. Чё тут у нас еще есть? Шок. Так, нужно... Ага, у нас вентиляционная шахта появилась. А чё у нас электричество тратится? Почему? Шок. Так. Слева. Нет? Отвали. А что с ним делать там такое? Вот он идет. Непонятно. Так, читаем. Так, он рандомно появляется. После этого закройте ваш монитор, нажмите на него, на нос, чтобы деактивировать его. На нос! Гениально! Давайте еще раз попробуем с этими куклами. Такая кукла. Зато дом можно построить из кирпичей. Дом из кирпичей. Нос, нос, нос. Вот так вот. Смотрим. Лево, право, право, лево, лево, право, право, лево, право, лево, лево, право, лево, право. Слушай, мой МПТУ, наверное, это. Ну-ка, где ты? Ну-ка, вот так. Мой МПТУ, наверное, разрабатывает что-то секретное. Что-то необычное. И загоняет это за рубас в местном арке. Вали. Непонятно что. Ну вот, вали. Тук. Вот так. Электричеством прям долгий. Так. Хе-хе-хе. Ну-ну, давайте, чё вы? Я вас уже не боюсь. Я уже привык. Я один из вас. Ну, давай. Иди. На. Блядь, это хрень. Куда они лезут вообще? У нас чё там, склад, что ли? Так, ну-ка. Ну-ка. Ничего ты нет. Не получишь. Какие-то там. Еще бьем электричеством всех, приколись. Вообще как можно? Как можно игрушки бить электричеством? Они почти как живые. Маленькие мои. Маленькие. Ну-ка, отвали. Кто там? Не найдешь ты вход внутрь. Блин, я все еще хочу написать лол. На. У меня прям мания уже лол писать. Почему монитор не работает? Я хочу видеть, что тут происходит. Ну давай, давай. Че, кто там? Лево, право, право, лево. 2 минуты осталось. Или что это? Вот так. Может, что-то лезет ко мне? Открой. Вот так вот. Вторая прибежала. Это что, у вас сходка, что ли?
Да. У меня 56 энергии. У меня 3 минуты. Не знаю, что это значит. 3 минуты, есть 3 минуты. Всякий случай побьем всех электричеством. Вот так вот. А что-то к нам давно никто не заходил в гости. К нам-то на наш тусняк-то. На нереальный. Господи, заразу. Да блин! О-о-о! Я уж думал, что это? Знаю, вообще нереальная туса. Кто опять что жрет там? Опять электричество. На, дайте мои мышки. Почти же выжил. Да. Так. Куклы, лоб, фигня. Уже скач. А, это слева, справа музыка. Ну давай. Злой балет. Злой балет. Так, у нас тут будут хохотушки, вытягушки. Так, по-моему, слева. Ага. Так, чисто ради интереса. Ушла. Все, начали потихоньку играть. Мне не страшно, ля-ля-ля-ля. Как он? Как эта песня знаменитая? Давай, жги. Не понял. Лево, право. Право, лево. По-моему, лево. Если что, я закричу. Вообще жгёт. Ушла. Где-то направо ушла. Направо! Нам не страшен серый волк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сколько мне должны платить за этот робот? Привет, Фредди. Ага. Ну явно справа. Более-менее уже. Более-менее надо всего лечить. Давай, чё, где ты? Ну, чё там? Есть чё-нибудь? Нет? Кто-нибудь есть? Ага. Давай. Алло, гараж. О, справа. Ушла. Фух, чё такое, чё такое же скачет? Отвалить. Привет, друган, давно тебя не видел. Понятно с тобой. О, господи. Друг, посмейся. Посмейся для меня, пожалуйста. О, ништяк, братишка. И ушла. Чё приходило? Чё надо? Откроемся. Ага. Фиг-то там. Надеюсь, это не стоит. Ушла. Давай, поговори со мной. Поговори со мной, лысая, синяя.
улыбающаяся кукла моей мечты. Там уже... Откроемся, нас там давят. По-моему, я дольше всех держусь именно на этом. Ушла? Что-то непонятно. Ага. Все, ушла налево. Движуха. Да блин! Газовые куклы. Они работают на газу. Давай. Ага, ты кто там? Просто ходит. Ну отвали уже! Так, 4 минуты. Вот это ритм. Вот это дискач. 37. Сколько надо продержаться? Я получу свою зарплату! Фредди! Ага, справа. Кто там дышит? Кто это? Слева заходит. Какая хитрая вообще. Чё она там ходит? Чё тебе там надо? Пойди на работу, иди работай охранником уже. Дай протрухать. Наконец-то пришла. Ништяк. 21. Save me a dance for another day, perhaps. Работа моя! Сколько мне заплатят? 5000 рублей!